Саламатсыздар окуучулар. Биз бүгүн өткөн аптанын эсептерин чыгарайык, ОП-сын чыгарайык. Так, биринчи эсеп графикти колдонуубуз керек. Эсепте биз Омнун заңын билебиз, э? Кедерги кернеудүн токко катнашына тең. Сопротивление равно отношению напряжения на ток. Теперь давайте найдем это отношение. Здесь примерно 3, а здесь 3, да? Значит, R1 равен 3 вольт, деленное на 3 ампер. Значит, это 1 Ом. Так, теперь смотрим на второй. R2 неге тең 4 вольт бөлінген 2 ампер. Яғни 2 омға тең. R3-ті қарайық. R3. Демек, 4 вольтқа 1 ампер сәйкес келіп тұр. Значит, ол примерно 4 омға тең екен. Келесі есебіміз. Лампа. Бізде лампа былай белгіленеді. Так, вольтметр всегда будет параллельно, потому что сопротивление вольтметра очень большое, и через него ток не проходит практически. Если его последовательно соединить, тогда ток в цепи будет ноль, почти ноль. Поэтому это нам неэффективно. Амперметра, наоборот, сопротивление ноль почти. Сол үшін оны тізбекте шалғауға болады. Вот, осылай жалғаймыз. Тоқ бізде 0,15 амперге тең. Ал кернеу 120 вольтқа тең. Демек, R лампочка деленное на I. 120 деленное на 0,5. Значит, 240 Ом. Келесі задача. Электрқозғаушы күші 12 вольтқа тең. Электрқозғаушы күші 12 вольт, және де ішкі кедергісі бар. Оны біз сыртқы кернеуге жалғаймыз. Вообще батарея, это вот эта часть, батарейка. Состоит из внутреннего сопротивления и напряжения. Внутренняя часть — это вот этот внутри батареи. Снаружи внешняя часть — это вот сопротивление, которое находится снаружи. Но 12 вольт. 1 Ом. 9 Ом. Демек, бізде ток 12 вольт бөлінген общий сопротивление 10 Ом. Значит, 1,2 ампер. Плюс-минус. Поэтому ток лай жүрі, да? Чему равно напряжение на внутренней и внешнем стороне? UR равен ток, умноженное на R. Значит, 1,2 вольт. А внешнее напряжение IR. Негатив. 10,8 вольтқа тең. Мына есепте бізде 3 кедергі бар. 3 сопротивление есть.
R1 равен чему? Ро L, значит, у него 2L, да, длина. Длина на поперечное сечение. Пи 3D в квадрате, деленное на 4. Помните, для круга, площадь круга с диаметром D, пи D в квадрате, деленное на 4. Или пи R квадрат. R2, негатив, ро, L бөлінген PD квадрат бөлінген 4. R3 у нас ро L деленное на P2D в квадрате деленное на 4. А здесь R1 находится последовательно к R2 и R3. Они находятся параллельно друг к другу. Поэтому давайте сперва находим параллельную часть. Вот параллельная часть. 4 ро L деленное на пи d квадрат. Да? Здесь просто ро L деленное на пи d квадрат. Значит, 1 деленное на R2 плюс 1 деленное на R3. Равен 1 деленное на R. PD квадрат деленное на ро L. 4 ро L плюс PD квадрат деленное на ро L. Равен 1 деленное на R. Здесь 4, здесь 1 даем. Сонда R бізде 4 ро L бөлінген 5 PD квадрат болады. Потом вот это сопротивление R последовательно. Сошин, ең соңында R общий. Неге тен? R1 қосылған R-ға тен. Яғни, ро 8L бөлінген 9 пида квадрат қосамыз. 4 ро L бөлінген 5 пида квадрат. 9 мен 5-тің ортақ көбейткіші ол 45-ке тен. 40 қосылған 36, 76 L бөлінген 45 PD квадрат болды. Соңғы жауабымыз. Жақсы, келесі есебіміз. Мына бөлігі X болса, үстіңгі бөлігі L азайтылған X болады. Яғни тоқ бұлай 2-ге бөлінеді, A1, A2. Значит, мына екеуі бір-біріне параллельный екен. Сонда мына үстіңгісі R1 бізде неге тең? R1 ол ро L минус X бөлінген S-қа тең. R2 ро X бөлінген S-қа тең. Бұл сақинаның қима ауданы, поперечное сечение постоянное. Ал бізде R берілген, ол неге тең? Ро L бөлінген S-ке тең. Ал маленький R неге тең? Маленький R, кішкене R, ол жалпы кедергі, общий сопротивление. Енді так, S деген на ро 1 деген X плюс 1 деген на L минус X. Сюда X, сюда L минус X. Ответ ро L делен на ро x, l минус x. Вместо ро l на s ставим большой r. 1 делен на r. Так, здесь x, l минус x, а здесь и l квадрат было, да? Так, давайте. X делен на l. Тен К деп белгілейік. Сол кезде бізде К минус К квадрат тен болады неге? R дегені на R да. Значит, бізде не шығады? К квадрат минус К плюс 4 бөлінген 25 тен болады 0-ға. Осын табайық.
Diskriminant mi tabamız? 1 plus minus 4 astı 1 kvadrat minus 4 köbeytilgen 4 bölünden 25 aralığını 2'ye bölemiz. Tabi buna jeden ne şıkadı? 1 azaytılgan 16 bölünge 25 ne getin? 9 bölünge 25. Yani bunda 1 plus minus 3 bölüngen 5 bölüngen 2 şıkadı. Taka k menşi adına bu. Значит, бұл 1 минус болады. 1 минус 3 бөлінгіміз, ол 2 бөлінгіміз. Оны тағы 2 өлсек, 1 бөлінген 5 шығады. Осылай болады екен. Или здесь k равен. Второй ответ тоже возможен. 8 деленное на 10, это 4 деленное на 5. Это один и тот же ответ. Его вот так соединять или так соединять, нету разницы, да? Здесь 1 пятая часть, здесь 4 пятые, а здесь 4 пятые, а здесь 1 пятая. Сейчас сонгы себемиз. Идеальная батарея, внутреннее сопротивление 0. Идеальные приборы, значит, через вот здесь ток не течет, ток здесь отсюда течет. Потом, когда вот ток выбирает путь, так как здесь ток сопротивление равен нулю, здесь ток должен быть равен нулю, потому что здесь нету напряжения между этой и этой точкой. Напряжение равен нулю. И потом вот полностью вот этот ток I идет и сюда делится на две части, потому что здесь напряжение и здесь должны быть равны друг другу. Значит, ток тоже пополам делится I на 2. Значит, у нас U0 негатив 4R I плюс I на 2 R. Да? И вот шерден біз токты тапсақ болады. U0 бөлінген 4,5 R. 9 бөлінген 4,5 2 ампер болады. Ал показание амперметра это I деленный на 2, значит 1 ампер. Показание вольтметра 4RI, значит 4 умноженное 1 умноженное 2, 8 вольт. На этом урок подошел к концу. Сабагыбыз бітті. Ары-қарай есеп шығарып дайындала бер. Сау болыңдар, давайте.